Вы советовали с кем-то из орнитологов, когда готовили вот этот... Вопрос обсуждался на общественной палате. Я, правда, сам не смог присутствовать, находился в командировке. Я думаю, что они тоже туда приглашались. Но пока мои возражения, я вот лично, как в числе соавторов, которые являюсь, я от них ничего не получал. Не считаете это... Но должен сказать вам, что ученые с аграрного университета, заведующий кафедрой выступал, они дали тоже отрицательные характеристики и поддержали идею, что включить в это. Но это не говорит о том, что повально будут давать разрешение, и сколько особей отстреливать, столько будут отстреливать. Просто появилось мнение о чуть ли не санкционированном убийстве просто птиц. Да нет, конечно. Ну, тогда вообще охоты не давайте запретим, да и все. Поэтому это регулируемый процесс, и никто здесь повально, чтобы там... Нет, это упорядоченная охота. Никто там пальбу сегодня, артиллерийскую канонаду открывать не будет. Это запрещено нашим законом. С точки зрения утилизации вот туши, и что-то надо с ней делать, вот на воде сбили баклан, его же надо куда-то... Планировалось какие-то утилизации? Кто занимается этими вопросами, пойдет на пищу охотничьим собакам, другим вот и прочее, прочее. Применение найдется, я даже об этом не беспокоюсь.